Так, ребят, всем доброго времени суток. С вами канал Взрослое Детство, ведущий Дром. Сегодня у нас будет большой летсплейчик по дополнительной, так сказать, побочной миссии. Всем приятного просмотра. Всех рад видеть и спасибо вам за вашу активность, за вашу поддержку. То, что приходите на стримы, смотрите ролики, не забывайте. За это я вам всем, ребят, благодарен очень сильно. Так, может, говорить буду. Не сильно громко, потому что уже ночь. Вот. И дети спят. Так что поехали, короче. Сейчас быстренько сделаем ролик. Так, у нас получается дополнительное задание. Мы взяли след. Давайте его сегодня с вами сделаем. Ганке сказал, что у художницы Хейли есть информация о тех, кто напал на Гарлем. Погнали. Блин. Костюмчик прикольный, мне это нравится. Ну, зарядите. Ой, ой. Опа! Ох ты, блин. Где эти бандиты, слышишь? Угнали машину или что? Давайте уже поможем. Ладно, так уж и быть. Машина так, виляет, как мимо. Безумная! Врезаться во что-нибудь или хуже того, в кого-нибудь. Надо их остановить. Давай, догоняй. Полиция, остановите! Это человек-паук! Остановите машину, да. Пока никто не пострадал! Сними его с крыши! Иди сюда. Учись, студент! А что ты мне сделал, слышишь? Долго. Маленький, такую машину почти удержу. Серьезно? У этих злыдней еще и друзья есть? Опа, давай, давай. Я тебя растопчу. Всех ему не перебить. Прикольно. Сейчас его вольну. Давай. Лежать. Вот почему нельзя ездить на красный. Да, погнали дальше. Оторвали меня от столь важного дела. Бандосы везде, бандос. О боже, кто это такое летит? Человек-паук.
Если сделать тогда так вот так вот. Если вот так вот, так вот так вот. А, в ту сторону, да? Бихер. Прикольно он летает. Где я? А, вижу. Сейчас мы долетим туда. Ой. Я тебе покажу. Покажи, что ты умеешь. Ой, ой. Моя очередь. Мимо меня не пройдешь. Блин, я не то хотел заголовки. Человек-паук, защитник подарков. Так, погнали дальше. Ну или что-то менее банальное. Рад был помочь. Пока доберешь что-то задание. А тут тусовка. Надо признать. Привет. Вы Хейли? Тебе называют наш человек, покажи нам свои. Моя подруга Скарлетт хочет. Пусть оставит заявку в приложении. Ганке сказал, ты можешь помочь найти парней, напавших на Гарлем. Вот, с тем, как они пытались сорвать Денкинга. Я слежу за ними с тех пор. Блин, не успеваю читать. Следишь за ними? Это же опасно. И очень смело. Я отправлюсь туда и разберусь с ними. Береги себя. Спасибо за помощь. Потуси с нами, человек-паук. С удовольствием бы потусил, но... надеюсь, в следующий раз. Короче, Хейли сказала, где логово наших вороватых друзей. Постараюсь обрубить им все каналы связи с боссом. Я проверю местные сотовые вышки, покопаюсь в сети и попробую понять, как помешать их милым беседам. Нормас, доберусь, позвоню. Ганки, у них тут точно штаб. Да. Попробую разом накрыть всю их гнусную группировку. Задаем, Человек-паук. Так. Смотри, тут теперь, короче, надо будет их раз... Он позвонит через пару минут. Ты же не виноват, что этот пацан-паук нам все испортил. Его волнует только результат. Но ты работал с ним годами. Потому что я не подводил. Говорят, босс просто в ярости. Он чуть не задушил Брайана на днях. О, а что он сделал? Он был связным, но охрана плота начала что-то подозревать. Босс говорит, если узнают, как он командует нами,
А, не, он там наверху. Блин, чуть не спалился. Слушай, если с боссом что-то случится, ну, офицер бросит или еще что, так. А что, хочешь повышение? Думаешь, ты лучше справишься? Если босса закроют, я сбегу из города. У меня тут ничего нет, кроме плохих воспоминаний. Эй, что это было? Подходите. Черт, он не шевелится! А если он подойдет, он слышит, нет? С пауками шутки плохи. Угу. Так, хорошо. Да есть. Так, что у нас там? Ух, ёпта, их тут до хрена. По крайней мере, от этого можно будет свинтить. Как-то, да? Этого типа никто не видит от него. Что, не ждал такого? Так, от этого. Так, так, так. Там у нас что получается? Того увидят, а вот этого как бы, блин. Верхнего, да? Самого. А, вот того надо, короче, сразу. Так. Ненавижу нью-йоркские зимы. Уже неделю ноги мерзнут. Тут меня, короче, может спалить, если, да? Этого типа, короче, я подцеплю. Главное, чтобы тот отвернулся, если бы. Интересно, сможет или нет. Не люблю так явно светиться. Ну. Так, нормально. Хорошо. Так, у нас там тип наверху. А как бы его... Как бы его по-тихому... С это... Ух ты, блин. Почти. Так, надо теперь того крайнего, да? Вот того статудова. Так, хорошо. Все ж, наверное, лучше, чем у нас. Так, тут тогда он треугольником сделается, да, только? Блин. Так. Тихо, нормально. Блин, вот туда бы как бы... Попасть бы. Так, там двое. Сейчас я понял, что надо будет тут развергаться. Развернется и... А, так этот спалит меня. Так, а того, короче, можно будет... Отсюда вот как-то, да? Как-то так. Теперь сделаю вот так вот. Вот. Вот так. Уснул ребенок. Так, камуфляж восстановился. А ведь
так. Вот так, хорошо. Это хорошо. Теперь, короче, можно. Можно что сделать. Так, я не смогу, да, тот меня увидит. Тот оттуда увидит. А тут у нас что? Тут у нас двое варят машину, да? Кто бы мог подумать? И тут двое. А, тут даже четверо. Честному бандиту в этом городе выжить все труднее. Короче, если мы сделаем вот так вот, вот. Блин, там мина, да? А, она не вырубила их. Ты хоть бы подумал, куда лезешь? Блин, я протыкал. Я вообще-то не то хотел сделать, ну ладно. Я хотел отпить. Просто выманить его. Блин. Тот-то повыше ростом был. Понятно. Сам виноват, лопа. Хотелось по красоте пройти. Не смог поднять этого господа. Нет, еще не готов. Блин. Гаджи только потратил. Забывай выключать их. Ладно. Теперь надо внутрь. Прикольно. Должен же быть способ. Какой способ? Куда способ? А, вот он, этот способ. Шестерня поднимает дверь. А, вот так. Надо, чтобы она держалась. И дальше. Я этого не ожидал. Это явно еще не все. Что тут за прикол? Следы обрываются. Ладно. Так, что у нас тут? Ну-ка, не нажимай меня. Я ее нажму. Ого. Привет. Отследил сетевые пакеты. Тут точно кто-то выходит на видеосвязь с платом. Если отключить им сеть и сломать комп, они не смогут получать приказы от босса. Именно. Давай отключим сети. Это подвальное убежище, где строили планы по уничтожению Гарлема. Круто, круто, круто! Круто, круто, круто. Так, хорошо, давай посмотрим. Пир Север, салон Калиба, подстанция. Все, на что они нападали. Деньги, земля, власть. Он хочет просто все. У-у-у.
кто-то вложился в аппаратуру. Они хотят меня найти. Перевернуть. Вот читать. Почему Пит велел мне не снимать маску. Так, это однозначно новый Человек-паук. Босс приказал найти и убить его. Это я, пожалуй, заберу. Угу. Так, хорошо. Смотрим дальше. Поможешь мне с гибридной атакой? Да, но сперва попробуй V-A-N-E-S-S-A. Ванессу? Если это комп того, о ком я думаю. Ух ты, Фиск. Что это? Ты кто такой? О, черт, Фиск! Мальчишка в костюме, считающий, что он Человек-паук. Я могу разорвать подключение отсюда. Офигеть. Заговори его. Фиск, я помешал твоим делам в Гарлеме. Вон из моего района. Твоего района? Как мило. Связавшись со мной, ты узнаешь, что те, кого ты так хочешь защитить, как раз и пострадают. Сервер. Что там? Шутдаун. Что это было? Очень скоро мы это узнаем. Какая-то хрень, блин. Похоже на стиль Фиска. Ему плевать на всех, пока он на коне. Да, сумка. Грязные бакса. Деньги Фиска. Вот почему он продолжает ими командовать. Хотя бы одну пачечку бы. Стопать хотя бы одну вот эту вот. Мне бы хватило. Так, ладно. Надо вернуться в парк и сказать Хейли, что с этими парнями покончим. Полетели. Так, полетаем пока. Полетаем, покружимся. Майлз, Хейли написала. Люди Фиска напали на Сиджи Уокер Парк. Я думал, с ними все. Видимо, не все были на главной базе. Поторопись. Люди на вечеринке могут пострадать. Скажи Хейли, что я иду. Ты мы летим, а не идем. Сейчас мы зарядимся в полной биоэнергии. Тихо, паучок, не падай. И как с ним теперь драться? Держитесь подальше от моего района! Пустите его сюда! Так, ладно, сейчас мы сделаем так. Так, это хорошо. Ух ты, бандосы. А чё? Майлз, Хейли написала. Она успела всех вывести. Они прячутся рядом в магазинчике. Я испугался, когда не нашел их. Скажи Хейли, пусть сидят там, пока я не разберусь с бандитами. Хорошо. Сбейте его! Лови! Он мой! Ух ты, блин! Хватит фокуса! Давай сюда!
Сам напросился! Как там от сколько стены? А вот так вот. Вот. Давай. Блин. Грязно дерешься, пацан! Руки есть? Лови! А вы типа чисто, да? Чувак умеет летать! Так нечестно! Да. Вон из моего квартала! Вот тебе сюрприз! Это твое? Гарлем, круче вас всех вместе взяты! Ух ты, блин. Вот это вот было. Некрасиво. Под защитой Человека-паука, ясно? Ага. Спасибо, Человек-паук. Не волнуйся об этом. Серьезно? Если знаю про защитника Нью-Йорка, но что? Еще один заботится обо мне в моем доме, это другое. Это и мой дом. Ух ты, нифига себе. Она ему шарфик подарила. Прикольно, слышишь? Дух ты, простудишься на своей паутине. Блин. Блин. Сомневаюсь. Пока. А поцеловать? Надеюсь, скоро увидимся. Она влюбилась в него. Я тоже. Трогательная сцена. Завершено 10 жетонов. Мы выгнали Фиска из Гарлема. День кино. Приз получен. Серебро. Ладно. Вместе. Так, вместе. Понравилось быть гарлемским дружелюбным соседом Человеком-пауком? Если честно, было круто. О, чуть не забыл сказать. Даника Харт узнала, чем мы занимаемся. Хочет, чтобы я пришел к ней на шоу. Шикарно! Нервничаешь? Я? Шарфик прикольный, слышишь? Это же он постоянно будет теперь шарфом делать, или как? Важно. Это же подкаст. А вдруг она по голосу поймет, что я в трениках? О, или захочет подключить прикольно, видеочат? Слышишь? Я... Надо подготовиться, а, это пока. Костюм, наверное, такой. Жетоны событий 10. Новый уровень 14, уровень 15. Очки навыков 1, всего очков 1. Увеличение здоровья плюс 5. А, это костюм мы открыли, да, походу? Да. Вот этот костюм, а что у нас тут на нем доп... А, ничего дополнительных умений никаких нет, да, на нем? Прикольно, слышишь, этим шарфом бегать можно теперь. Так, навыки у нас есть. А, что мы можем тут прокачать? Допивание заполняет 40% сегмента биоэнергии. Атака от стены может... А, понятно. Атаки совершено во время действия камуфляжа. В меньшей степени расходует его. Ну тут что? Можно вот это пробовать качнуть или... Я от этим редко пользуюсь. Добивание... А, да, не, добивание это штука хорошая. Так, давайте возьмем... Вот это вот сделаем. Пойдет.
Так, ребятки, нужно снова заняться нуформом. Мне пора в кинотеатр. За это мы, на этом мы закончим данный ролик. Всем спасибо огромное, ребят. Вот, получили такой костюмчик, выполнили задание дополнительное, так что у нас там ничего нет. Где-то. Мы взяли след, она называлась. Так, у нас пока дополнительных побочных заданий нету. Вот. Тут тоже все сделали. Получили ачивочку. За вот это вот, чтобы, короче, выполнили все задания. И все выполнили условия дополнительные, короче, по этим заданиям. Вот. Так, ну. Вот так вот. Всем, ребята, добра, не болейте. Всем огромное спасибо за вашу поддержку. Заходите в гости к моим друзьям, ссылочку на них найдете в описании под видосом. Также ж можно этот в рекомендациях на канале, просто если там зайти на каналы, там будут каналы, там, на которых я подписан, там все ребята, на которых подписаны, все бомбические бравые бойцы, ребята. Все, всем добра, добра, до связи, дорогие друзья. С вами был канал Взрослое Детство, ведущий Дрон. Майлз Моралес нас развлекал сегодня. До связи.